время пришло. Вы же смотрите, да, насколько молодежь сейчас именно кей-поп, это уже не музыка, а уже стало субкультурой. Поэтому это, как всегда, в наше время было хип-хоп, а сейчас кей-поп. Ну, это естественное, как бы, явление музыкальное. Поэтому решил, ну как, критерий одна, должны они понравиться мне, моему критерию. Ну, быть, ну, трудолюбивее, это трудолюбие однозначно должно быть, ну, ну естественно, талант, неординарные должны быть они. Я даже не знаю, это, наверное, когда, знаете, вопрос задают, вы вот пишете постоянно, хиты говорят. Вот как вы создаете хиты? Я не знаю, как, я даже не думаю, что это хит. Понимаете, никто не может на это ответить. Просто это ты чувствуешь. Ты на человека смотришь, из него ты можешь, или как ты можешь слепить артиста? Ну, прорыв, да, конечно, это, конечно, я не могу как-то говорить об этом, если так оценивать. Спасибо большое, мы не ожидали этого. Я думал, что где-то через год-полтора какой-то отдача, фидбэк даст. Ну, вот видите, уже 3 месяца, уже... Иншаллах. Мы будем делать однозначно несколько видео на, уже на следующий год. Поддержка меня альбома. Вот. Потом мы будем делать, конечно, фулл альбом. Но на самом деле для артистов, новичков это слишком рано, честно говоря, создавать сразу как бы фулл альбом. Поэтому это посмотреть, да, это как бы с коммерческой точки зрения мы должны понять, что мы должны делать.